характерен и возросшим числом удалений. Каждую неделю выявляет нового так называемого лидера среди самых недисциплинированных игроков. В субботу в Ярославле «Торпедо» и «Спартак» умудрились за час игрового времени набрать 3,5 часа штрафного. Кроме штатных бойцов, спарринговались и те, кто обычно стычкам предпочитает игру. Не дрался в этой встрече только ленивый. В итоге 208 минут штрафа за матч стали рекордом сезона. Единственная заброшенная хозяева.